Привет, в этом видео хотел бы показать, как возвращать форму после длительного либо не очень перерыва. Ну, максимально профитно и максимально менее затратно по времени. Ну, что я именно делаю, что я советую сам делать, покажу именно в этом видео. Первым делом захожу на КЗ, чтобы потренировать мувмент, привыкнуть к мышке, либо к чему там еще там. Ну, вы поняли, чтобы углы всякие не цеплять. Вот как зашли на КЗ, рекомендую настроить его. Пишем меню. Кстати, насчет КЗ, я оставлю сервера с хардом и с изи модом. Ну, то есть карт делится по тирам. Вот. И каждый тир это сложность. Вот. То есть настройки сейчас КЗ вы видите, какие у меня. Можете их скопировать, если вам интересно. Тут почти все везде enable стоит, но я все-таки покажу. Вот. Опять пишем меню, чтобы у нас была менюшка. Вот, дальше, ну, что делаем? Проходим КЗ карту. Вот я сейчас чуть-чуть попрыгаю, покажу, что тут делать надо вообще. Нашли там кнопочку, нажали Е, запустился таймер. Вот, и прыгаете. Вот тут по хопам надо прыгнуть. Сейчас. Вот, прошли там первый этап, и, ну и дальше вот идете и прыгаете. Там, чтобы почувствовать модельку, все это. Думаю, что это очень важно. Вот. Ну и так вот дальше проходите. Там какая карта попадется, такая вам и попадется. Что там, easy tier, либо какой-нибудь hard. Я прошли намного сложнее, ну и проходите. Вот, дальше как вы карту прошли, там топ-таймер нажимаете. Ну, там в конце кнопка была, понятно. Ну и дальше, что я советую сделать, это попрыгать лонг-джамп, бэхоп, мульти-бэхоп. Может быть задом. Вот, допустим, люди уже прыгают. Я вот сам иду на самый маленький блок. Тут самый маленький блок 254, здесь 40, там 250, 260, ну, я на таком блоке похожу. Чтобы прыгать лонг-джампы, что обычно делают? Набирают пресс-реф. То есть вот, ну, на КЗ-серверах, то, что ты с юспом в руках, это все равно. И с ножом то же самое, скорость будет. У вас здесь 50. Но вам надо набирать пресс-реф. Что-то такое. Вот видите, спид написано, здесь 50. Чтобы его сделать больше, сразу говорю, что на КЗ-серверах пресс-реф максимум 275. А в обычном, том же фейсте, том же меме будет максимум 250 везде. Вот, а тут, вот, видите, 275 максимум идет. Что для этого надо сделать? Идти вперед, допустим, и нажимать букву А либо D. У вас будет тогда набираться пресс-трейф. В самый последний момент вы прыгаете, у вас за счет этого появляется лонг-джамп. Вот, это пресс-трейф, то есть как это выглядит. Ну, лично я какую позицию выбираю, можете любую выбирать, но главное, чтобы у вас получался хороший пресс-трейф, хорошая синхронизация прыжков. То есть это... А либо D нажимаете и мышкой лево-право делаете. То есть синхронизация это, короче, когда вы ровно попали кнопкой и провели мышкой. То есть D вправо, А левой. То есть таких стрейфов воздушных вы должны делать там 5, 4, там, допустим, 6, 7, 8 и так далее. Главное, чтобы была синка хорошая. Я прыгаю примерно вот так вот. Вот, и вот так вот прыгаете. Должны допрыгнуть до блока. Допустим, 254, это вот этот блок. Вот, не могу допрыгнуть, конечно. Вот, допрыгнул. 260, у меня уже 7 стрейфов, синк, 62, 12, 33, 41, 71, ну и так далее. Общий синк 49, это очень плохо. Вот. Что можете нарабатывать эту штуку, чтобы у вас, ну, лучше чувствовалась моделька и мувмент был намного лучше. С тем же авиком, чтобы там, допустим, упрыгивать, либо запрыгивать куда-нибудь на балкончик на Инферно условно, либо еще куда-нибудь. Вот. Так что я, ну, советую прыгать, потому что это очень важно. Ну, как по мне, для мувмента. Ну, там КЗ, бэхоп какой-нибудь, серф, что вы предпочтете. Я лично сам КЗ прыгаю. Дальше, как вы напрыгались на КЗ, советую зайти на карту Aimbots. Покажу именно, что я делаю, ну и вы дальше сами как-нибудь себе, может, что-нибудь придумаете, надумаете. Мне это помогло вернуть форму, хоть
Какую-никакую. Ну, чтобы бить там 30-20 фрагов, там 2800-2900 элла. Ну, так что вот, как я настраиваю. Убираю Килара Хелмет, КС Манли Лот и Фаст Респаун. Включаю Bullet Holiness, выключаю и Sky Off. Дальше убираю вот эти квадратики. Эти поля убираю, я тут одну риску убираю. Дальше беру эмочку, дигл, выключаю и отхожу самый назад, беру дигл. Что дальше делаю? На полном стрейфе ведетесь на голове и контрстрейф нажимаете, чтобы, ну, ровно пулька в голову попала, понятно. Самая база. То есть вот вы ведете за головой, оп, убили, убили. Если вот, допустим, не убили, важный момент, вы обратно тот же стрейф делаете, то есть... Раз убил, другой стрейф не убил, опять тот же стрейф не убил, тот же. Вы должны чувствовать, когда у вас, ну, моделька останавливается, и при этом вы еще и ведете за головой, то есть вы трекинг свой, как сказать, тренируете. Ну и чувствуете, когда у вас чел остановится. Вот, то есть как это происходит. Бьете, не убили, опять. Раз, опять убили. Ну и так вот далее. Я так делаю 300-200 ботов. Перехожу к следующему этапу. Важно. Бить ботов, начиная с дальних. То есть вот они идут вот так вот полоской. Такой диагональю. Вы начинаете с дальних и вот так вот настреливаете. Ну, в принципе, понятно. Дальше. Настоять 200-300. Желательно это каждый день делать. Берете эмочку и на скорость плюс точность стреляете ботов в ходьбе. Ну, то есть вот, допустим, риску сделал, пошел, стрейф сделал, там стрейф, сейчас покажу. Начинайте также с дальних. Вот убиваете дальних, дальше переходите и дальше. То есть как это выглядит? Примерно вот так. Ну и вот так вот бьете до 1000, либо до 3000, как вам будет выгоднее, как вам будет удобнее. Ну, понятное дело, если вы каждый день заходите и бьете больше ботов, у вас стрельба будет, уверенность, ну, чувство мышки будет лучше. Понятненько. Ну, вот так вот бьете, понятненько. Как вы закончили с этим, обратно включаю замочек, убираю вот эти две штуки, ну, поле, так сказать, вот эти. Включаю челлендж ботов, что делаю, киляю. Для того, чтобы они, ну, выстрелились в ту последовательность изначальную, как они всегда стоят при спавне. Залазите и бьете сотку. Тем самым проверяя свой КПМ, точность и скорость. Понятно. КПМ это kill per round. Вот, понятно. Скорость, короче. Вот так залазите вот сюда и бьете сотку. Старайтесь это делать по пульте. Это очень важно. Если не можете, можете там зажимом коротким. Ну, главное, чтобы скорость и точность была лучше. Тем самым проверяя свои навыки, так сказать. Вот, набили мы сотку. Набил я 137. Нормальным КПМ считается там 120, 135, 137, там, допустим. 140, 147, 150 там, и так далее. Вот. Ну и смотрите. Kill per round у вас вот это получается КПМ 137 получился. Самый большой это 184 пик, то есть у вас какой был. И киллы за секунду 2.29. Ну, это неплохо, но можно и лучше. Ну, тут понятно. Типа убийство за выстрел. То есть по пульке стрелять единица будет. Если больше пульки в чела выпускаете, то больше. Понятно. Также можно делать это с калашом, с СГ каким-нибудь. Ну, советую делать с М-кой, потому что у нее, ну, отдача, понятно, визуально меньше и сама по себе меньше отдача. Понятненько. Вот. Я вот этим вот занимаюсь. Дальше. Рекомендую пойти на такую карту, как кружки. Была бы она у меня. Да, вот Юпрака им тренинг. Также повторю, что все карты, все сервера оставлю в описании. Извиняюсь. Так,
Тут что я делаю? Speed выбираете, Freeze. Raw aim, но если вы хотите, можете не raw aim, но тут, по сути, отдачи у пушки не будет. То есть берем M-ку и видим, она, ну, просто ровно стреляет. Выбираете raw aim, тут идет какая-то отдача уже. А тут ее нету. Понятно. Дальше рекомендую начать, вот, допустим, нажимаете normal. Нет, даже вот easy выберу, это для того, чтобы забить руку. То есть вот вы прыгаете, словно я себе ставлю темный режим. Стреляете по вот этому кружку, держите и на скорость просто набиваете, то есть чтобы у вас рука забивалась. Также на КПМ, по сути, то же самое, что на имботсах, но тут можно забить руку, как вам угодно. Ну вот так вот набивайте, пока это вот не кончится. Важно собирать аккураси и скорость, чтобы у вас была хорошая. Ну, с большими вот кружками. Если вам будет уже мало вот этих больших кружков, вы можете пойти, ну, на маленькие кружки и тем же самым заниматься. Вот, вышло 260 кпм, аккураси 99. Вот, это выход, понятно. Ну, и идете, допустим, дальше. На инсейн. Прыгаете опять так же. Ну и стреляете по маленьким кружкам. Тут уже понятно, что сложнее, но главное соблюдать аккураси. Тут уже не на скорость. Ну, старайтесь точно попадать без промахов. То есть большие кружки можно с промахами, чтобы руку именно забить. А тут уже более на точность тренируете. Также можно сюспа стрелять, сэмки, кому как удобней. Еще я рекомендую Wave Model не выключать, некоторые так делают, чтобы больше видеть пространство, так сказать. Но я рекомендую не выключать, чтобы, по сути, не было у вас ковок, либо чем-то такое, ну, понятно. Вот, как-то так получилось. Дальше, что я делаю? Выхожу с этой карты, иду на Prefire Practice. Очень важная карта. Вот переходим к Юпрак, Prefire. Можно выбрать мираж. Ссылки ставлю в описании. Заспавнились, как картой вообще пользоваться. Покажу. Тут смотрим. Пик, Prefire, Смок. Тут я выбираю Prefire. Брака, 100% спавнов, health 100, но и френдли не ставлю. Вот я иду с первого спавна. Префайрить. Понятненько. Тут вот полосочка, куда идти, что делать. Есть. Тут раз, префайр. Два. Ну и так вот далее. Вот, конечно, сложно будет, но пытайтесь запомнить спавны, чтобы хорошо префайр знать, куда ставить прицел. Какие спавны вообще есть. Ну и вот так вот пытаетесь скрываться. И это очень сильно помогает, что на фейсте, что везде. Вот, ну и так далее. Ну и также на всех картах. Повторюсь, ссылки оставлю в описании. Вот, дальше, как вы это все сделали, можете зайти на DM. Какой вам удобно, там, вармап, либо еще какой-нибудь, но на свой DM, где я тренируюсь, ставлю в описании. Что бы рекомендовал бы на DM делать? Выбирать К, вот options, допустим, kill feed выключаю, distance shots тоже выключаю, PS only ставлю и просто kill информация, что хотите, то выбирать. Ну, primary weapon камня надо. Пожалуйста, АК. Не use пока. Сейчас меня убьют. А, тут на юспах, что ли? Понятненько. Ну, и что рекомендовал бы делать, это водиться по голове людям. И играть от позиции. То есть, где вас заспавнили, вы там вот и играете. То есть не бегаете как дурачок на дэме, а обороняйте одну какую-то позицию.
Вот, заспавнили вас, вы вот от нее отыгрываете. Вот. Там распики всякие тренируете, они просто бегаете плюсовые. Ну, то есть как в матче, по сути, делаете. Вот, я бы так прикольно делать. Ну, еще такая важная тема. Если ДМ позволяет, вы можете по голам водиться, то есть не убивать типов, а просто водиться по голам, бегать. Вот так вот, не стрелять. То есть, вот. Тренируйте, так сказать, наводку и рейтинг человека. Вот. Запазили на шорте, отыгрываете шорт, распите или там позиции. Ну, вводите также, по сути, что и на префайре было, но только уже с реальными людьми. Вот. Смотрите сами, как вам тренироваться лучше, но я делаю вот так. Всем спасибо за просмотр. Видео скоро выйдет, так что давайте. Всем пока, удачи в тренировках.